Всем привет! Меня зовут Вадим, мне 31 год. Совсем недавно я прошел тренинг Владимира Шамшурина. Это 4 дня интенсива. И что хочу сказать про тренинг, про Владимира. В общем, дело обстояло так, ребят. Мне 31 год, и до этого времени, как, наверное, у многих парней, были женщины, которые приходили сами, уходили сами. Были женщины, которых я не выбирал, они выбирали меня. Были женщины, на которых я соглашался. Просто потому, что не было других вариантов. А физика-то она просит. Вы все это знаете. Вот. Были какие-то случайные знакомства с женщиной. Опять же, исключительно и в основном под алкоголем. Много было разных ситуаций, но в какой-то момент времени я просто понял, что я не выбираю этих женщин, это все само собой происходит. То есть, а что касается алкоголя, то это просто какое-то временное решение, как залатывание дыр, что называется, там в космическом корабле какими-то деревяшками, знаете, прибивание. Вот это вот про алкоголь. Когда я это понял, решил пойти на тренинг к Владимиру. И задача передо мной стояла одна единственная. Я хотел приобрести или понять, как мне приобрести, как работать, как приобрести комфорт в общении с женщиной. То есть, как, что делать для того, чтобы я смог во время общения с девушками, во время знакомства, не париться по поводу того, что она скажет, как она отреагирует, и так далее. И могу сказать, что Владимир с этой задачей потрясающе справился. Он меня поставил в ту колею, в которой я сейчас нахожусь и по которой еду, потому что тренинг, ребята, не заканчивается по течению там 4-10, там, не знаю, сколько он у вас будет длиться, дней. Тренинг длится всю жизнь, но просто тренинг, который дает Владимир, он вам дает понять, в какой колее двигаться, что делать, куда идти и как это делать. Открыл я для себя удивительные вещи, что можно говорить о чем угодно, делать что угодно, практически что угодно, и ничего в этом страшного. Иногда в этом просто море позитива, иногда просто даже неадекватные реакции женщин вызывают много позитива, потому что, ну, у женщин много, они все разные, с разными характерами, воспитанием, заморочки в данный момент времени. Я научился не париться по этому поводу. Поэтому советую вам идти на этот тренинг, если у вас есть какие-либо заморочки с женщиной, какие-либо проблемы в личной жизни. Я не говорю о том, что там у вас какие-то проблемы с женой. С женой надо решать их по-другому. Но если у вас есть проблемы именно с девушками, проблемы в общении с девушками, проблемы в том, а как найти ту самую, где ее искать, и вообще сколько можно ждать, там, пока будет следующая там встреча друзей, кто-то там приведет свою подружку. То есть, ну, условно говоря, я говорю про те ситуации, как это происходит в основном. Мы все знакомимся случайным образом. Здесь у тебя будет выбор, дружище. Выбор будет заключаться в том, что ты сможешь себе позволить подходить к девушкам, которые реально тебе нравятся. Со временем ты научишься подходить, а может быть, это уже случится и на тренинге, подходить к ним без каких-либо заморочек и внутренних проблем. Будешь просто подходить, общаться. И это очень круто, поверь мне. Это стоит того, это стоит тех денег. И это самая лучшая инвестиция в твой собственный характер, в твой собственный успех. Нет лучшей инвестиции, чем вложиться в себя, поскольку это внутреннее вложение и все внешние вложения, они, естественно, со временем отпадают, будь то деньги, здоровье, что-то еще. Время забирает все, но внутренняя часть, она всегда останется с тобой. Поэтому выбирай тренинг Владимира, иди работай над собой, осознай, где ты есть, осознай, чего ты хочешь. Владимир тебе в этом поможет. По поводу Владимира как тренера, как человека, потрясающий тренер, очень-очень прикольный парень со свободой мышления, без каких-то либо заморочек, шаблонов. Вообще те вещи, которые он делает, говорит, показывает во время
тренинга, они немножко сносят тебе все твои шаблоны, ты понимаешь, что столько наносного в тебе социально, в плане женщин и так далее, и вообще в плане взгляда на мир, что ты понимаешь, что это просто лишнее, оно тебе не нужно, оно даже пришло, непонятно почему, ты никогда на это не соглашался. Это уходит. Уходит, часть уходит, часть остается, это просто значит то, что за 4-10 дней нельзя изменить всю свою жизнь до того, как ты жил, нельзя изменить свои привычки, над этим нужно работать. Я тебе желаю, чтобы у тебя все получилось, если ты хочешь над собой работать, хочешь других женщин, хочешь видеть нечто другое, что тебе сейчас окружает вокруг себя, иди работай над собой, Владимир тебе в этом поможет. Володя, спасибо тебе. Всем удачи и пока.